Когда Александр Моисеевич Володин слегка под шофе и как птица свободен являлся февральскую ночью тебе, не так уж все было ужасно в судьбе. Когда он ладошкой своей трудовою слегка проводил где-то над головою, и что-то чертил тебе прямо на лбу, не стоило больше пенять на судьбу. Он звал за собой опрокинуть рюмашку, девчонку фабричную, жизнь нараспашку. Да я и сама оборву телефон, пока еще длится, как фон, марафон. Жил-был Александр Моисеевич как птица, за нас, идиотов, умел заступиться. И если февраль настает на земле, пусть полная рюмка встает на столе.